Здравствуйте, уважаемые туристы! Сегодня мы разберем проблему водорослей в Доминикане. Это достаточно частое явление в регионе Пунта-Кана. Они омрачают красоту местных, некогда белоснежных пляжей. Распространены они в теплых частях Тихого и Атлантического океана. Приплывают к нам из Саргассового моря. Отсюда, кстати, их одноименное название. Вода в этом море теплая, и вся его поверхность устелена злосчастными водорослями. Осталось выяснить, почему они приплывают к берегам Доминиканской Республики. Виноваты в таких катаклизмах океанские течения, которые огибают Саргассово море и направляются прямиком к местным доминиканским пляжам. Помимо испорченного вида на пляж, есть еще моменты, о которых нужно знать. Если водоросли не убирать, то со временем они начинают разлагаться, и это создает неприятный запах. И как же быть в данной ситуации? Неужели все пропало? Не стоит так быстро отчаиваться и отменять свою поездку в эту прекрасную страну. Во-первых, данная напасть в Доминикане – сезонное явление. Наиболее вероятно встретить водоросли в сезон ураганов с июня по ноябрь. На момент нашей съемки в декабре 2018 года дела обстоят следующим образом. Водоросли есть, это факт. На береговой линии расположено множество отелей, и шанс встретить их есть любому из местных отелей. Многое зависит от изменения течения, наличия рифа напротив отеля и, конечно же, мер, предпринимаемых отелями для устранения данной напасти. Большинство отелей заботятся о своих туристах и устанавливают воду напротив своих пляжей. Плавучие барьеры и волнорезы. Также производится ежедневная очистка пляжей. В общем, ситуация будет следующая. На пляже вашего отеля, вероятнее всего, будет чисто, но при прогулке по общественным пляжам можно встретить водоросли. Если хотите узнать, как обстоят дела на пляже вашего отеля, то рекомендуем заглянуть в Инстаграм по хэштегу или геолокации. За турами в Доминиканскую Республику обращайтесь в наш офис. Контакты вы найдете в описании. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Это будет мотивировать нас на создание полезного контента.